И всем привет! Вы на канале Тачкач, меня зовут Сергей, и это прохождение Skyrim VR. В общем, мы с тобой продолжаем. Оказались с тобой в Двимерской пещере. Кстати говоря, вычитал из комментариев. Между прочим, Двемеры, о которой мы с тобой разговаривали еще в предыдущих частях, оказались не Двемеры, а именно Двемеры. Это так, чтобы ты не путал, ударение надо ставить правильно. Это основополагающее нормальных отношений. Ой, паучок, паучок, иди сюда. Эть! Людка, ладно, Людка, добивай, я пойду посмотрю, что там с дверью. В предыдущей серии, в предыдущей части, в предыдущем прохождении Скоримчика, мы с тобой бегали по заснеженным горам. Там было очень-очень-очень холодно. Повстречали с тобой разные построечки, повстречали вороватого... Ох, уйди, Двимерская сфера, тихо. Тихо, еще один, еще разок. Ой, какой прекрасный у меня с тобой лук. Побегали немного по этой лютой холодрышке. Большой камень душ, прекрасно. Добрались до сюда, забежали буквально в самом-самом начале. Нашли парочку товарищей из группы экспедиции, которая здесь лазила, узнавала, что почем, где и чего. Но, судя по всему, они там остались в самом-самом начале, в самом-самом проходе. Жалко, но увы. В общем, опять-таки, как я выяснил из комментариев, если что, можешь почитать эти самые комментарии к предыдущему видео, на предыдущем видео. Собственно, как это не было бы логично. А Двемеры, это, ой, идти, ловушки. Это сверхтехнологичная, а я могу здесь пролезть? Ну-ка, тихо. Вот так и пролезу, все прекрасно. Стой, 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 не скидывай меня. Не скидывай все, Людка! Аккуратно, Людка, не видишь, везде ловушки. А Двемеры, это древняя, очень, ух, технологичная раса была, но... Темные эльфы, домеры, взяли и что-то с ними сделали, в общем, на них нападать начали, всякие неприязни к там сям, приставали к ним, не понравилось двемерам, и они взяли и свалили в неизвестном направлении. Опять-таки, отвечу на вопросы из комментариев, почему я не могу Людке отдать свои вещи. Людка забита наглухо, просто наглухо она уже сама еле-еле вообще ходит. Потому что в ней огромное количество костей драконов и прочей-прочей штуки, которые мы ей насували уже с учетом ее брони и прочей второй разности. И дом-то у меня есть, мы уже покупали дом в Айтране, его осталось только чуть-чуть, прям чуть-чуть поднастроить, всякие улучшеньки купить и прочее. И все будет прекрасно, все будет прям великолепно. Ладненько. Наша сегодняшняя с тобой задача, фалмерский щит, ух ты, ладно, не буду брать, он, судя по всему, слабенький. Сегодняшняя задача, пройтись по Двемерской пещере, и где-то тут, где-то вот в этих вот руинах былого величия, найти древний свиток, который нам нужен для того, чтобы обладать и победить Алдуина, знаешь где, знаешь, правильно, в прошлом. Это будет интересно, это прям будет прям прикольно, интересно, потому что мне, лично мне, я думаю, тебе тоже, хотелось бы побывать в прошлом, посмотреть, как раньше все выглядело в Скайриме. Возможно, дадут поиграть, погонять, побегать по самому древнему Скайриму, возможно, нет, пока неизвестно. Так, тихо, паучок, смотри, я попробую присесть, потому что вроде как урон, вот, скрытая атака, двукратный урон, урон увеличивается из лука, если меня никто до этого не спалил. Я сделал выстрел из приседа, поэтому будем этим пользоваться, если буду видеть каких-нибудь врагов до того момента, как они меня обнаружат. Вот, например, как с этим не прокатило. Тихо, тихо, не подходи, не подходи! Людка, где Людка? А, вот Людка. А ты что стоишь ты? Хотя бы лук взяла, уже молодец. А, в общем, будем таким образом наносить огромные, огромнейшие дамажища, прям дамажища, и будем стараться убивать чуть ли не с первого удара. Смотри. Можно пробежать где-то внизу там что-то посмотреть, походить, либо сверху, мне кажется, нам в любом случае... Что такое? Чё ты кричишь? Ты чё кричишь? Ты чё? А, паук! Нарвалась на паука, ну бывает, да, бывает и такое, аккуратней давай тут ходи. Руины старые, руины древние, неизвестно, что здесь, кто здесь. Скорее всего, нам нужно будет пройти куда-то вот сюда, здесь мы с тобой пройти не сможем, и нас отправят вниз, или нет, смотри-ка, двери здесь никакой нету, поэтому побежали. Побежали быстренько, сбежим туда вниз, посмотрим, что же у них вон там вот, вон там вот. Так, тихо, стрела, где стрела? Эть, моя стрела. Моя стрела, вот пошла. Алло, стрела, стой! Да, ты возьмешься? Что за стрела не так, куда она улетела? Во, ну-ка иди сюда. Наконец-таки, наконец-то. Не хотел брать, ты представляешь, он подкидывал, игрался со мной, подкидывал, но брать ее в руки никак не хотел. Так, куча крови, круче крови, кинжал. Наверное, здесь, возможно, есть какие-нибудь ловушки.
Сейчас пойдем посмотрим аккуратненько, аккуратненько. О, нет, смотри-ка, здесь какой-то бедолага всего-навсего какой-то... Ой, тихо! Я взял все просто и разнес. Так, дневник Эндерста. Сейчас, секундочку. Давай брать его сейчас не будем. Вот так возьму, я его сейчас чуть-чуть перенесу вот сюда поближе. Вот сюда поближе, чтобы ты смог почитать. Я тебя открываю, пожалуйста, комментарий. Вот здесь вот, оставлю на паузу, прочитывай. И прочее. Возможно, это как-нибудь пригодится, а я его возьму. Я его просто с собой заберу, и там уже разберемся. Возможно, он мне как-нибудь с тобой поможет. Сундук. Сундук, ничего себе, прям целый адепт. Ну, поскольку мы уже мастер взлома, я прям мастер взлома по скоримским замкам. Это не должно быть долго, это должно быть прям так быстро, молниеносно. Я практически уже вскрыл, практически уже открыт этот сундук. Ну-ка. Оба, я тебе про что и говорил. Сыромятный щит сопротивления электричеству. Вес у меня осталось прям крайне мало, поэтому я сейчас буду очень сильно фильтровать, что можно брать, что брать нельзя. Лютка, опять-таки повторюсь, забита просто наглухо в ней кости драконов, как в трех драконах, наверное. Я вообще не знаю, как она с такими, с такой ношей еще за нами и передвигается. После вот этой пещеры обязательно нужно быстренько забежать к нам домой. Домой и взять... Уголь? Зачем мне уголь? Уголь, интересно, может как-нибудь понадобится, но брать его пока не буду. Скинуть все подряд, потому что с такими тяжестями, как у нас, с ней ходить в принципе нереально. Вот это, похоже, наверное, на ловушку. Да, это ловушка была, я знал, что это ловушка. Тихо, в сам край встал. Оу! Ты что дерешься? Нельзя так драться. Беги быстрей! А все, хана. Подожди-ка. Выйти, тихо, давай! У-ху! Я прям на грани, ты посмотри на эти хп, я прям был на грани, это очень-очень плохо. Во-первых, я забываю сохраняться. Я забываю, что Скарим это такое чудное место, где тебя может убить любая залагавшая ваза. Смотри, в принципе, восстанавливается быстро, не знаю, тратить, не тратить. Да, давай быстренько, на всякий случай, прям ух, на всякий случай забегу быстро в предметы. И здесь исцелю. Зелий у нас огромная куча, я насобирал прям огромная куча всяких зелий. Я не знаю, уже могу свое зельеваренское магазин открывать. Так, запас здоровья увеличен, это не то. Это где зелье лечения? Вот, зелье лечения. Восстанавливает 50 единиц здоровья. Используем, где моя хпшка? Ну, судя по всему, я фулл здоровый. Все хорошо, все прекрасно, рычаг. Что это? Кто это? Паук! Паук, ты что? Эй, паук, ты зачем подкрадываешься? Зачем ты подкрадываешься? Мало того, они берут и атакуют без видимой причины. Я им ничего не сделал. Я не собираюсь, ну, как-то почти не собираюсь грабить гробницу. Мне нужен только свиток. Только свиток и куча всякого золота и все подряд, что я найду. Но грабить я ничего не собираюсь. Опа! Двукратный урон. Продолжаем критовать. Это классно, потому что это намного много времени нам с тобой сэкономит. Не-то возиться вот так со всеми аккуратненько. Убивать их, стрелы тратить на них. Или быстренько так, хоп, накританул ему сразу наполовину хп. И потом уже спокойненько, быстренько добил, пока он до тебя подбегает. Так, серебряное ожерелье, серебряный обруч с лунным камнем. Это я все заберу, ничего не весит, зато стоит огромное состояние. Прям ух, можно все понапродавать. Так, сохранюсь. Крикну в стену, я не знаю, зачем я это сделал, но на всякий случай. А вдруг, что-то стена тут, возмущаешься, крикну на тебя, понятно? Смотри, какая огромная пещера, ты посмотри. Внизу кто-то упал. Тихо, я падать не хочу, с учетом вот Людки, который любит, очень любит сталкивать и помогать нам с тобой оказываться в крайне неприятных ситуациях. О, паучок, еще один паучок, тихо. Нет, стой, не падай, успел. Успел его осмотреть и забрать камень душ. Так, стрела, это моя стрела. Не понимаю, зачем они атакуют, вот реально. Паучок появился бы. Кстати говоря, где-то здесь бегает противник, наверное, по нашу душу. Я его реально не вижу, кроме вон того. Вон там вот один есть. Сейчас попробую в него попасть, подожди-ка. И хэть! Нет, не попал, чуть-чуть не попал. Во, отлично, скрытая атака. Подошли бы к нам, поговорили. Так, зачем вы вообще сюда пришли, товарищи девакины? Зачем вы все эти делами занимаетесь, вот и ходите тут, убиваете роботов? Я бы сказал, честно сказал, ничего, я не нужен только свиток. Роботов никаких, ни паучков, ни колобков убивать не хочу и не собирался. Они сами первые нападали, так что уж извините. Это самооборона, все самооборона, ничего не знаю.
навык взлома при этом повышается до 40%. Так, паучок, минус паучок, он-то вроде что-то строил, что-то делал, а я его так нагло взял и прервал. Демерзкий паук рабочий. Рабочий. Я когда первый раз читал рабочий, я думал, он сам по себе, типа он просто не сломан, а работает. А он, наверное, все-таки рабочий как строитель. То есть они поддерживают вот этот функционал всего вот этого вот огромного комплекса двемеров. И, наверное, только за счет них, за счет этих вот малюток роботов, он и живой, он еще до сих пор тут что-то шевелится, что-то делается. Ого, отнимает 20 единиц магии. Места нету, к сожалению, места нету. Придется его просто-напросто оставить здесь. Хотя хороший был меч. Ладно, в принципе, не страшно, еще на нашем пути с тобой ни одно подземелье. А пока, будем с тобой справляться с замком-экспертом. Это будет тяжелее, чем всякие остальные замки, потому что здесь, как я помню, буквально чуть ли не каждые полмиллиметра играют роли. Ха, это было проще, чем я думал. Так, двемерский шлем, класс брони 20, не знаю, пока брать не буду. Микстурки заберу, шлем не буду, брать не хочу. Прямо он не хочу, и все, мне кажется, он просто тяжелый и какой-то не очень. Тем не менее, у меня остался 1 килограмм на все про все. Запертая комната ничего не дала, поэтому оставлю. Еще сундук мэта, все подряд. Берут, закрывают, какие-то очень скрытные товарищи были эти две меры. Нет, вот, я понимаю, дверь бы закрыли. Ну, ты закрыл дверь, все хорошо, ладненько. Зачем закрывать все сундуки подряд? Ну, зачем это делать? Так, где-то здесь, где-то вот чуть-чуть правее. Вот так вот, еще чуть-чуть. Еще, наверное, капелюшку. Вот, да, ну, как так-то? Отмычки ломаются просто буквально через секунду после момента, как начинают скребеть. Ну-ка, ай, ну вот он повернулся же практически, ну ты что? Сундук, давай, сундук завязывай уже, не так на тебя много отмычек потратил. Золото. Том заклинаний приглушения шагов. Выучил. Вау, заклинания в основном расходуют на 15 меньше магии. Стоит, очень много стоит, но, к сожалению, места нету, Людка, обязательно, понимаешь? Запиши себе где-нибудь в блокноте, нам нужно с тобой забежать домой и выложить все барахло, которое у нас с тобой сейчас имеется. Очень жалко такие крутые предметы оставлять здесь. И я не вижу, как нам с тобой спускаться дальше. Смотри, вот мост. А, вот, наверное, по трубе. Наверное, по трубе, ну, 100% по трубе. До этого момента еще быстренько сохранюсь. Типа, аккуратненько. Идем дальше. Тихо, аккуратно. Высота тихо. Те, кто боится высоты... О, смотри, Фалмер. На в голову. На еще в голову. Отдыхай, Фалмер, стой. Ты что, не умираешь-то? Вот. Для тех, кто боится высоты, эти места будут, ну, очень отвратительны в плане морального прохождения. Тут высоко, тут страшно. Почему-то около края ты пытаешься все ближе и ближе к нему скатиться. Так, слабое зелье лечения. Як, Грагортвак. Не знаю, кто это. Про нее вроде ничего не было. Никто ничего не говорил. Непонятно, почему она просто упала. Она просто упала, споткнулась. Вместе со своим боевым топором фалмеров. Смотри, ты посмотри, какая огромная высота. Ну это что это такое? Ну что это? Кто это? А кто это меня задел? Людка, ты что ли балуешься? Людка, хорош баловаться. Ты что? Не пугай меня так. Не надо меня пугать. Все хорошо, все было прекрасно. Людка, успокаивайся. А, очень хороший вопрос. А как я заберусь обратно вот здесь? Потому что прыгать-то я до сих пор и не научился. А, очень-очень странно здесь реализованы прыжки. Сейчас попробую еще раз. Хоть. Он не прыгает. Вот что понажимаешь, что нажимаешь, он все равно не прыгает. Вот что хочешь делать. Ой, тихо. Я увидел, что я наступал в ловушку, но это было уже практически поздно. Еще сундучок. Зелье, я так понимаю, брать тоже уже я больше не могу. Да, к сожалению, больше не могу. Ничего вообще. У меня прям предел по килограммам абсолютный. Но нам с тобой нужно спускаться, нам все равно нужно продолжать искать тот самый древний свиток. Потому что бой с Олдуином нас еще ждет впереди. А, судя по всему, самое интересное все только начинается. Так, я пролезу, да? Ой, тихо, стой, подожди-ка, оп. 3 стрелы в голову, и ты отдыхаешь, понял? Хе-хе, так с этим фалмером мы с тобой и будем справляться. Фалмерский рунг. Урон 24. Очень хороший вопрос, какой у меня урон?
Вот это было бы классно. Золото забираем. Стрела обязательно. Фалмерская стрела, конечно же. И быстренько бегу в оружие. Бегу в оружие. Смотрю, что же у меня здесь по урону с луком. Где он? Это орочий лук. Кстати говоря, орочий лук можно, в принципе, выкинуть. Давай его выкинем с тобой. Так, выкидываем. Это целых 8 килограмм. И бонит его 35! 35! Вот с того момента, как я получил этот прекрасный лук, ни разу я его даже не пытался заменить. Ни один лук даже близко не был к тому, насколько крут наш с тобой лук эбонитовый. Так, Людка, Людка развлекается. Иди-ка сюда, иди-ка сюда, ты сейчас сам же на свою ловушку нарвешься. Смотри, растяжка, активировать, активирую. Вот, вот что значит внимательность. Я сразу вас раскусил. Это 100% были уже не двемеры. Это не они. Это были уже фалмеры. Тут растяжек своих понаставили. Думаю, они тупые. Думаю, все тупые такие. Кто ищет? И по подземельям всякие. Мир. Так, стой, это фалмер. Фалмер. Огромное количество в нем стрел. Именно поэтому я захотел его оболтать. И сбился с мысли. Я сбился из-за тебя с мысли. Ты меня понял? Ты понял? За тебя взял и сбился с мысли, козел. Так, здесь вроде ничего, деталька, деталька, внизу, ты сколько туда до низа-то еще пробираться, это кошмар, это просто кошмарище. Так, эту ловушку сразу видно обойдем по стороне и быстренько, быстренько, молниеносно, моментальненько сохраняемся. В общем, Skyrim оказался настолько неожиданной игрой, что меня убило не просто во время прохождения, а во время сохранения. Вот Людка этому свидетель. Кошмар. Это просто кошмар, но ничего страшного. Я быстренько, быстренько добежал до этой двери. И там, в принципе, особо сильно не потерял. Буквально парочку этажей, пару фалмеров. Ничего страшного не произошло. Но это неожиданно. Это реально неожиданно настолько, что ты понимаешь, зачем? Зачем тебе нужны сохранения в Skyrim чуть ли не каждые 5 секунд? Реально. С учетом того, что автосохранения в этой игре работают только в тот момент, когда ты меняешь локацию. Либо открываешь дверь, что, собственно говоря, одно и то же. Ну, вернее, дверь ты такую открываешь, которая именно прямо с перехода в пещеру там, или чем в этом роде. Только в этот момент ты можешь поменять, о, вернее, только в этот момент появляются автосохранения. Во всех остальных временах, сколько бы ты часов не бегал по Скайриму, фигулю тебе, они автосохранения каждые 15 минут. Так, ладненько, ладненько, оставим это за разработчиками, на их совести все это должно будет и висит, собственно говоря. Но поскольку мы знаем разные особенности Скайрима, меня это, в принципе-то, не удивило. Даже с учетом того, что это VR... Ай, тихо-тихо-тихо. На топор. Наступил на топор, больно было. Даже с учетом того, что это такая проблема наблюдается не только в Skyrim VR, в котором мы сейчас с тобой играем, а в обычном Skyrim то же самое было. Я прекрасно помню моменты. Не те самые обидные моменты, когда ты вроде столько времени играешь, 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 потом тебя хоп, случайно убил какой-нибудь великан. И ты такой, нет, полчаса игры просто в помойку. Нет. Нет, именно и нет, и нет, и нет. А вот именно в обычной ситуации тебя просто может взять Fatal Error и до свидания. Как бы и все, и разруливай как хочешь ты сам. Так. Двемеры сменились фалмерами. Ну, фалмеры с ними проще, с ними реально проще. Эти противники, ну, ничем особо от каких-нибудь гоблинов там или что-нибудь из этой серии не отличаются. Умом и сообразительностью, собственно говоря, тоже. Людка! Людка! Людка, завязывай! Ты что, ты сгоришь так? Людка, отойди! Людка, отойди! Людка, отойди! Да, надо спасать Людку! Людка, отойди! Ну ты что? Ой, какая дурная... Ой, дурная голова эта Людка! Я не знаю, не могу прям с нее. Просто дурная голова. Я не понимаю, зачем она... Она просто стояла и сгорела. Жареная Людка? Людка фри? Так, окей. Окей, фалмерский стрел мы набрали уже прилично. Огромный стрел, целые поселения тут устроили. Пустяк. Пустяк, да я понимаю, тебе нравится. Тебе нравится постоянно испытывать на себе ловушки. Прям вот нравится и все. Ладно, Людка, ты не расстраивайся. Давай потихонечку вставай. Дай попробуй. Ну, Людка, давай, помогу тебе встать. Эть, ну, ну, ты куда поползла? Ты куда поползла? Ты что? Ты куда поползла? Давай вставай. Пора. Людок. Людок, проснись! Давай, давай. Осторожней, что ли? Я еще осторожней! Ну ладно, если тебе нравится ползти, собственно говоря, ползти, я пытался тебя поднять, не хочешь. Не хочешь, как хочешь. На карачках, видимо, нравится больше. Ладненько, я, пожалуй, подожду, не буду гореть, подожду чуть-чуть.
Смотри! Ты посмотри, какое поселение устроили фалмеры. Фалмеры, как я помню, насколько я помню, это что-то из серии совсем таких низших эльфов. Либо подрасклас низших эльфов. Ну, короче, в общем, что-то из этой серии. Поэтому они не должны быть уж прям гипер тупыми. Даже умеют закрывать сундук на эксперта. Вот это вот сундук из пару костей и пару каких-то непонятных панцирей. Закрывают на эксперта. Но это вообще на самом деле ни в какие ворота. Я понимаю, две меры, сверхтехнологичная раса. Не две меры, не две меры, а две меры. Понял, понял, вот и не путай ударение. Так, пробуем вскрыть, посмотреть, что же такого интересного они могли заныкать. Эти самые недоэльфы. Так, практически, практически вскрыл, смотри, с правой стороны. Это точно с правой стороны, и хоп, красота. Не больше 5 отмычек на любой сундук, понятно? Так, ну а смотреть. Оруча стрела, безупречный гранат. Я вот сейчас из-за этого безупречного граната ходить не смогу. А нет, смотри, повезло. Повезло, на этот раз очень-очень повезло. Опять-таки. Опять-таки не забываем про сохраняшечки. На этот раз меня не убило, не вылетело, все прекрасно. И мне кажется, мы потихонечку, мало-помалу, но... Скоро окажемся у цели. Уж больно долго мы с тобой спускаемся вниз. Прям спускаемся и спускаемся. Тут уже дышать тяжело. Уже тут прям лед почему-то. Фалмерские поселения, непонятно. Так, тихо. Людка, а где Людка? Людка, стой. Людка, помогай, ты что закидала его такая? Ладно, сам разберусь. Быстренько с ними разберусь, очень попробую. Очень-очень быстро попробую с ними разобраться. Вот так вот. Опа. И пойду посмотрю, что там Людка, где застрял. Ты... Людка, вставай, завязывай. Людка, давай. Нет, не жди здесь, пойдем. Пойдем, я не знаю, она либо прикалывается, либо действительно ногу свело. Прям ногу свело, она такая, болит очень больно, не могу ходить, поползу. Смотри, смотри, что творит. Людка, ты что? Ой, самый веселый персонаж из всего Скарима. Так, железная стрела. Это мы все пособираем, это мы все быстренько с них вернем. Вернем. Болотный стручок. Интересная штука, первый раз такой вижу. Первый раз такой вижу, до этого нигде не встречал. Вы перегружены и не можете бежать. Отвратительно. Но это еще не все потеряно, потому что до того момента, как я успел сохраниться, я еще, короче говоря, я еще не выкинул лук. Двемерский болт. Очень интересно, возможно, это болт, это не стрела, смотри. Значит, где-то здесь должен быть не лук, а, наверное, арбалет. Так, орочий лук, правильно? Стоимость маленькая, урон маленький и вес 9. Даже 9, даже не 8 килограмм я смог освободить, целых 9. Практически еще пол Скарим могу забрать себе в инвентарь. Фалмерский меч не нужен, он все-таки слабоватый. Это что? Это для пыток, это, наверное, для пыток. Фалмеры тут развлекаются по субботам. Еще пару коконов непонятных. Интересно, уничтожить можно? Нет, не уничтожаются вообще никак. Яйцо Коруса. Кушали, это, наверное, кушали. Жертвоприношение. Это кто? Вали, ты что? А как так получилось, что ты здесь оказалась? Непонятно. Наверное, фалмеры, собственно говоря. Человеческое мясо. Наверное, именно фалмеры тебя сюда и притарали. Это все, это их столовые. Мы, судя по всему, нашли столовую фалмеров. Всю свою еду, всего вот этих вот людей непонятных, бедных, и всяких эльфов, гномов, короче, все, что можно сожрать, все, что состоит из мяса, они, походу, притаскивали сюда. Так, одеяние мага тоже брать не буду, сейчас крайне аккуратно, оба, скума пригодится, я помню, так, пустая бутылка из-под скумы, нет, пустую бутылку мы брать не будем, сами себе ее оставьте. Так, осколок камня души тоже брать не буду, все поломаны. Все поломано, все сломали, ничем не умели управлять и все испортили, вообще все, что можно было. Очень интересно, в какую сторону мне нужно идти и долго ли Людка будет так за нами ползать. Смотри-ка, это, наверное, лифт, правильно? Я надеюсь, сейчас дверь сзади не закроется. Да, это лифт наверх. Великолепно, отлично. Значит, как я тебе уже и говорил, мы находимся практически у цели. Если тут у нас с тобой возврат наверх, возврат быстрый такой достаточно, значит, именно тут начинается самое интересное. Ну-ка. Нет, ты представляешь?
Я думал, именно тут все и начнется, оказывается, тут еще ниже все. Еще ниже. Вон там мы с тобой бегали. Ты посмотри, какая высота. Ты посмотри, какая высота, но это еще не все, это не предел, это не конец. Нас спалил черный паук. Я вот прям вот тут сохраняюсь. Пожелаю Людке здоровья и быстрейшего восстановления. Как минимум она должна будет восполниться до следующей серии, потому что именно в следующей серии мы будем с тобой продолжать это подземелько. А пока комментируй, ставь лайки и подписывайся. Скоро увидимся!